Всем привет! Сегодня у меня в обзоре будут баночки для ватных палочек. В целом сейчас баночки продаются с ватными палочками, да, коробочки, но не всегда они бывают удобные. Начну я вот с этой вот коробочки. Вот эта коробочка мне понравилась больше всего, объясню сейчас почему. Коробочка сделана с большим умом, потому что у нее вот здесь, как видите, сделан такой склон, чтобы ватные палочки перекатывались вот сюда, где их можно легко достать по одной штучке. И вот эта вот часть вот этой баночки, она просто замечательная. У кого в ванной есть стеклянные полки, тот знает, в том месте, где стоит держатель для этой стеклянной полки, обычно невозможно ничего поставить, ни шампунь, ни еще что-то. То есть это как бы полезное место, оно не может быть использовано функционально. С помощью вот этой баночки вы закроете этот держатель для полки и спокойно туда эта баночка встанет. Очень удобно продумана вот эта баночка. Крышечка у нее закрывается весьма плотно. Я обычно покупаю финские вот такие палочки, они мне нравятся, потому что у них сама вот эта палочка, она сделана из картона, бумажная. Ну, экологически чистый продукт. Поэтому покупаю именно вот такие. Далее вот такая вот баночка в виде цветка лотоса. Очень интересная штука. Разбирается вся полностью, как матрешка. Собственно, пришла вся в разобранном виде. Все вот эти цветочки снимаются у нее. Цветочки сделаны из такого плотного силикончика. Соответственно, вы можете в эту баночку, хотите, если зубочистки поставить, у продавца можно выбрать цвет этого цветочка. И здесь удобно тем, что вы можете с помощью вот этих цветочков регулировать, какое будет у вас отверстие. Побольше, поменьше или совсем маленькое. То есть можно вообще зубочистки сюда положить. Но одна очень интересная вещь, что я хочу продемонстрировать. Чем мне понравился этот цветочек лотоса? Я думаю, что в ванной у любой дамы, помимо ватных палочек, положим сейчас для наглядности, всегда есть ватные диски. И я думаю, что не найдется ни одного человека на свете, который сумел бы всегда, без исключения, достать из этой упаковки ватных дисков ровно один. Обычно их цепляется два, а иногда и три. И потом вы не знаете, куда их деть. Вот разобрав этот цветочек вот таким образом, у вас будет подставочка под лишние ватные диски, которые вы потом возьмете спокойно. То есть они будут не лежать ни на стеклянной полке, ни еще где-то на раковине, а вот так вот красиво вот в этом вот цветочке лотоса. Ссылочки на все есть в описании. Кому что понравилось, не забывайте подписываться на канал. А сегодня все. Пока-пока.